Если вы хотите узнать, как приготовить хушаур, аппетитное блюдо бурятской и монгольской кухни, тогда вы попали в нужное место. Пошаговые рекомендации и фото специально для вас. Для кого-то хушаур в домашних условиях – это аналог чебуреков, кто-то назовет их пирожками с мясом, однако в любом случае рекомендую приготовить блюдо дома. С начинкой вы можете экспериментировать, используя любые сочетания разных видов мяса. Досмотришин вида и я предложу записать список ингредиентов. 1. С тестом все довольно просто. Необходимо соединить яйца, щепотку соли, смека и влить воду, замесить плотное тесто, но чуть мягче, чем на позе, и отложить пока в сторону, а перед вами все ингредиенты, необходимые для начинки. 2. Измельчите вымытое и обсушенное мясо, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, посолите и поперчите по вкусу, добавьте по вкусу специи, перемешайте все как следует. 3. Раскатайте довольно тонко пласт теста, вырежьте кружочки, в центр выложите начинку, промажьте края взбитым желтком, теперь можно приступить к лепке хушаура в домашних условиях. 4. Сверните кружочек пополам, а края прижмите вилкой, продавливая вот такие полосочки. В данном случае мясные груши будут маленькими, но вы можете сделать их крупнее. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Заканчивайте лепку, а параллельно подготовьте глубокую сковороду или кастрюлю для фритюра, отправьте туда жир или растительное масло и как следует разогрейте. 6. Вот такой несложный вариант, как приготовить хушаур, осталось только обжарить до золотистой корочки и подавать к столу, очень вкусно. Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Мясо, 600 грамм, луковица, 1-3 штук, петрушка, по вкусу, чеснок, 3-6 зубчиков, соль, по вкусу, перец, по вкусу, специи, по вкусу, жир и растительное масло, по вкусу, для жарки, мука, 500 грамм, вода, 1 по вкусу, сколько возьмет тесто, яйцо, 2 штуки, 1 желток, количество порций, 8-10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До встречи на канале!